Боже, ну прицел, ну просто огромный. Ну как с этого прицела попадать, с таким прицелом, точнее? Пил. Ну тут понятно, вскопал грядку. Кстати, вот, короче, тема. Я вот об этом думал, хотел это вкинуть. Вы видели на куче превью, как Клумба вот так держит, типа, кулак и вот так руку? Типа он этот рал использует и некоторые еще. Ну видели, да, вот? Видели этот момент? Как его, типа, вот вырезали вот эту его реакцию и где ее суют? Я тут. Ты як? Вже дивився свої бархатні тяги? Да, смотрел бархатные тяги, конечно. И у меня всегда такое желание, когда вижу эту превью, как будто вот Валерия надо пробить в эту... И вот Валерия надо пробить в эту руку, блин. Но это все трал. Он с меня вырезает всякую. И вот с Клумбы тоже. С Валеры. Кстати, мужики, а когда клумбы... Ну, когда готовят клумбы по цветочке? Сейчас же, да? Сейчас же, ну, там, вот это все, получается, садят, да? Вот это все там, ну, понимаете, да, цветочки? С клумбами сейчас же работают, да? В это время года, правильно? Вот, блин. Конфликт с клумбой. Да какой конфликт с клумбой? С Валерой нет конфликта. Сейчас я вам покажу, про что я говорю. Сейчас я вам покажу. Так, трал. Трал вот. Трал вот. Во-о-о, про вот этот момент. Во-о-о, сейчас покажу. Вот, я вот про вот это говорю. Во. Подожди. Оно, да? Да, оно, во. Такое чисто. Такое чисто. Чам! Ну все, все. Ну я шучу. Это все в шутку. Валера поймет, если увидит. Я думаю, поймет, конечно. Я уверен, он тоже кринжует с такой темой.